На стенде компании NVIDIA, как это водится, можно обнаружить несколько интересных гаджетов и свежие только что вышедшие игры. А вот здесь представлены две из них. Одна называется Golden Arrow THD и Dark Kingdom THD. Давайте глянем на одну из них. Это Golden Arrow. Собственно, здесь мы управляем девушкой, вот такой вот, у которой есть два меча и лук. Может стрелять. Все это выглядит достаточно красивенько, симпатичненько и, главное, шустренько. Отдельно хочется сказать про этот гаджет. Это планшет от Toshiba с диагональю 7.7. Это прототип. Скорее всего, он будет называться Toshiba Thrive 7.7. Как я сказал, у него диагональ экрана 7,7 дюйма, разрешение 1280 на 800 пикселей, и внутри стоит NVIDIA Tegra 3 четырехъядерный процессор. Кстати, сзади он тоже весьма симпатично выглядит. Вот такая вот приятная пластмассовая крышечка. Здесь есть камера и какие-то непонятные наклейки. Вот такой вот забавный гаджет и интересные игры. Идем дальше. Что тут еще есть? Еще мы видим игрушку Eden to Green, Hamilton's Great Adventure THD. Все это здесь тоже можно посмотреть, пощупать, нажимать. А, нет, это опять девушка с луком, опять она здесь. И тоже какой-то интересный планшет. Что это у нас такое? Это ZTE PF100. Так, идем дальше. Самое интересное вот там вот, я уже видел, там есть новая игра, которая только-только вышла, называется Sonic. Это 3D Sonic. Он представлен тут вот на большом экране. И есть даже беспроводной джойстик, при помощи которого можно поиграть в эту игрушку и насладиться прикольной графикой и веселым геймплеем Соника. Упс, что произошло, я проиграл. Только взял джойстик, сразу же проиграл. Как видите, игра запущена на планшете, который подключен через HDMI к большому дисплею, и беспроводной джойстик тут же есть. Еще тут можно поиграть в Shadow Gun Dead Zone по мультиплееру. Здесь есть два планшета, которые соединены друг с другом, и двое людей при помощи, опять-таки, джойстиков могут сейчас порезаться и пострелять друг друга на виртуальной карте. Вот такие вот интересные вещи представлены на стенде компании NVIDIA. С вами были Борис Сиденский, Валерий Истишев и сайт Droider.ru.